Товаропроизводители из Восточного Казахстана продемонстрировали представителям крупнейших торговых сетей Алматы товаров, которыми сегодня славится регион. Уже скоро все эти продукты появятся на прилавках мегаполиса. В свою очередь, власти города обещают убрать все барьеры, мешающие развитию торговых отношений между областями. Этому будет способствовать меморандум, подписанный сторонами. Впрочем, Восточный Казахстан далеко не единственный регион, с которым Алматы намерен наладить тесное торговое сотрудничество. Уже скоро аналогичные соглашения будут достигнуты со всеми регионами страны. Таким образом, продолжается реализация программы по увеличению доли казахстанского содержания и обеспечению импортозамещения. Этот опыт работы будет продолжен со всеми 15 регионами. Мы хотим охватить все регионы для того, чтобы обеспечить наших жителей города, во-первых, качественным ассортиментом качества, ассортиментом и качественным доступным продуктом питания по доступной цене. Это наша главная задача. Что касается барьеров, то сегодня вот мы эти вопросы и обсуждаем. Мы будем составлять реестр товаропроизводителей, которые будут непосредственно поставлять на рынки города свою продукцию. Это будут именно наши отечественные товаропроизводители, для которых будут созданы определенные условия для того, чтобы они могли безбарьерно, преодолевая все эти механизмы, в кратчайшие сроки поставлять на рынки города Алматы свою продукцию.